Всем здравствуйте! Сейчас я вам покажу, как оформить заказ бонусом. Итак, заходите в личный кабинет. В личном кабинете в первую строку пишите ваш логин. Именно логин из СМС, который вам пришел. Не номер телефона, а логин. Так, во вторую пишите пароль. Нажимаете «Войти». Все, вот вы попадаете в личный кабинет. Всегда ориентируйтесь на человечка сверху справа. На него нажимаете, выбираете личный кабинет. Потом еще раз. И здесь, вот в этом разделе, вы смотрите раздел «Мой счет». Вот он, этот раздел. И у вас должна быть вот так начислена. Мои бонусы и скидки 1000 рублей. И здесь уже написано, как она действует. То есть вы набираете на 2500. 2500 минус 20%. 20% скидка для вас всегда действует. От 2500 списывается ваши 20%, это получается 2000. С 2000 списывается бонус и остается 1000 рублей к оплате за товар. Ну, плюс там какая-то стоимость доставки. Дальше, вот тут вот сверху, еще раз на человечка, вот, с левой стороны книжечка, это каталог. Открываете каталог, вот, смотреть каталог и начинаете его листать. Вот он, каталог номер 14, самый верхний, это тот, который у нас действует сейчас. И вот здесь перелистываете, то есть смотрите предложения, какие есть в этом каталоге. Так, и как раз добавите себе то, что вы хотите приобрести. Сейчас я просто дойду до того, что я хотела заказать. Вот, знакомитесь с акциями и так далее. Помните, что можно заказать либо на 2500 по цене каталога, и тогда к оплате будет 1000, либо заказать на 3125 рублей по цене каталога, набрать продукции, и к оплате будет 1500, и тогда еще в следующем периоде вам в подарок придет концентрированный стиральный порошок на 26 стирок. Так. Так, мы вот так листаем, листаем. Сейчас, где-то здесь была у нас посуда. Сейчас я до нее дойду. Где здесь она у нас была? Ну, в общем, вот по такому принципу листаете каталог. Вот под каталогом появляются товары, которые вы добавляете себе в корзину. Либо можете посмотреть бумажные и перейти вот в корзину. Сверху я нажала значок корзины. Оказываюсь в корзину. И здесь либо по артикулу, либо по слову можете тоже добавлять. Вот, у меня в данном случае получилось по цене каталога на 3599 рублей. У меня вот будет оплачено бонусами 1000 рублей, то есть моя стоимость 2900. И здесь новая точка доставки, мне нужно выбрать, куда придет мой заказ. В верхнюю строку я пишу город, какой мне интересен. И способ получения. Вот здесь вот из списка, где три полосочки, нажимаю туда. Так, и мне нужны пункты выдачи. Выбираю тот, который мне нравится. Нажимаю «Сделать по умолчанию». Ну, потом, если что, можно будет все равно поменять. Вот, и значит за заказ, который у меня был 3599, да, или сколько, 3620,
Моя стоимость будет оплачена бонусами 1000 рублей. Я нажимаю «Продолжить». Все, и у меня получается к оплате 2049 рублей. То есть цена каталога была 3600, получается 2049. То есть промо-скидка 1000 рублей списана. И в конце нажимаю «Утвердить заказ». Все.